Всем привет, дорогие зрители и подписчики наших каналов. С вами Dance Dance Revolution, Сатан Рулер, Джек Шепард, Агент Поп-Коп и Яша Стрила. Поздоровайтесь, мои друзья. Всем привет. Привет. Мы решили основать свой бойс-бенд. Да. Первый наш хит будет называться Finger Bang. И мы пойдем оформлять... Finger Bang Bang. Bang Bang Bang. Короче говоря, мы тут, пока вы там отходили попить... Заметили, да. Что если карту откроете, то можете посмотреть, и направо там еще много-много... Куда-то можно сбегать. Мы хотим Я с вами... Я думаю, мы все равно всю эту область сейчас... Да, когда нам дадут задание туда сходить. Ну ладно. Это в любом случае просто это будет, хотели. Поэтому... Мы просто вас информировали об этом. Мы поняли. Спасибо за информацию. Империя вас А мы, кстати, направо туда и идем, возможно. О, Тём лапнул, Вов. Как ты его лапнул? А, на ровном месте, понятно. Я ж сюда прошел рядом с деревом и левелап. Так, ну что, продвигаемся дальше к столице. А, пошли срежем тут. Имперской. А, хороший срез. Кто-то лежит мертвым. Хороший знак. Еще кто-то. Еще. Я люблю его. Тут типа, какие-то очень-очень элитные хедхантеры. Да плевать. Ну, что, врываемся? У нас такое дело. Ман. Сейчас я сниму защиты, сколько смогу. Давайте. А вот Тёма от тех зря зацепил. О, сейчас прыжок будет клёвый. А, это обычные рабы. Всё? Слабаки! Жук умер на камне просто. Больше тут ничего нет? О, да. А это да. Что за шаттл тут стоит такой? Кто чё отжает? Вообще. Ну, обещали, кстати, корабль. Где он? Корабль будет в левеле на 16-м. Ну или ближе к 20-м, по-моему. Так. Кстати, я могу колоть хит. Кого можешь убить? Колоть? Я медвежатник какой-то. Очень круто, что у нас есть в команде такой человек, как ты. Че он может? Я прослушал за взрывами. Сечку ломать. Медвежатник. А. Понятно. Так, почти пришли. Ну да. Город-то, по сути, красивый. И большой, кстати говоря, там. Ну вот, видишь, шпиль. Это мы еще до города не дошли, это так мы. Между еще портом и подход, вон. Да, города. Да, вообще здесь кто-то неудачно приземлился. Я до последней минуты ждал, что Джек сейчас кинет. О, квест. Квест. Какой-то бородач тут стоит. Бородач и Лена. Наконец-то кто-нибудь, кто может помочь Гризис. Он построил из Dragon Age. Рабы, короче, его команду разломали. Украли оружие, припасы. Без компонентов. Минимум что-то там построить. Короче, оборудование украли очень важное, которое отвечало за что-то. И сейчас может аж Касс-Сити в кратер превратиться. Оно, в общем-то, типа как молниеотвод было, это оборудование. Mm-hmm. Если молния жахнет, то, в общем... Тиму. What's a lightning spire? They power cast city, converting lightning blasts into energy. Превращает в энергию. Handy tech, you'd never suspect would be the end of us. Most of my men ran off. Some tried to reclaim the spire parts, but the rebels cut them down. I came back here. Я послал своих людей, чтобы догнать их и захватить, но рабы отбились и дали всем по голове. Online before it goes critical. Пока короче, ситуация еще не полностью да. Критична. Я все... Ох, 171, да? Можете даже не отвечать. Like звучит как самоубийство. Попробуйте хотя бы. Попробуйте, да. У них лагерь там по реке. По реке, да, окопались там. А вот нет тут лагеря, мы так что разнесли. Может быть. Они опасны. Сейчас такой Джек достает из кармана. Вы не об этом говорите, там штучка такая. О! Голову такой достал, вы об этом говорите, да? Собственно, да, это он. Да. И там еще рядом, да. Ну погнали, сбегом. Какие вопросы? Эти сейчас там понял, за жопу уже держатся такие, только в себя приходят. И мы такие опять снова. Что это было такое? О боже мой, они возвращаются. Ран! Где-то до чапа! Так, они тут не наши. Это как Астерикс и Обеликс фильм, там пираты были. Такие. Да, ломали, да, там эти. Галы, галы! Такой, сейчас мы замочим этот корабль. А кто там? А то там наши старые друзья, да.
Взял топор, дырку сделал, короче. Уже много этих дронмундкасов, комендейшенов. Очень хорошо, можно будет потом себе что-нибудь взять. Да, нормальную шмотку за них взять можно. Угу. А тут я нет, практически не брал, мне мало давали. А, нет. They all dead. Dead people everywhere. Вижу мертвых. О, еще что зелененькое, неужели... А, желтое? Желтое, да, то, что нам нужно. Все, взяли. Все выполнили, пошли. Нет, ну мы вообще не все выполнили. Их тогда выполнили вообще-то, если что. Нет. Теперь починить нет? Нужно что-то. Ну я все сделал. А, да, РПР, ты прав. Так это РПР разве не в городе там? Нет, нет, это не в городе, это надо саму башню. Так, подожди, а мне еще один собрать надо. Какую башню? Вы вообще о чем? Иди сюда, здесь. А башня, есть... она вот здесь находится. С них возьмешь. Ага. Тема? Бегу. Бегу, бегу. Ну, в принципе, довольно неплохо, но я хочу больше флешпоинтов. Мне не очень нравится. У них нифига нет. Будут. Будут, будут. Так, вон там где-то у нас репейр. Вон находится. Что-то зелененькое или желтенькое. А, это у меня только я не вот взял. Вот здесь, вот здесь. Сальто назад! Нет, не вышло. Супермен. День. Видишь это? Не-а. Я не знаю, где. О, какая серьезная попасть. Может, они респутся сейчас? Тебе так кажется. Нет, я про наших напарников. О, смотри, о, кого я нашел. Герасим. Вообще... Привет, дружище. Герасим. Ау. Герасим. Yeah, the other drugs going. О, такое не надо, не? Так, кому-нибудь нужно? Мне не нужно. Я нажал, что я бы взял, если... О, легкая броня. Зачем тебе легкая броня? Чтобы продать. Я сказал, если никто не возьмет, то я возьму, то есть... А, бери. Не откажусь. Так, а где все? А, я стою на... Во, они снова все появились. А кому-то еще надо? Да, мне еще надо, я не собрал одну деталь. Окей, я иду помогать. Все, я нашел, да? Я завершил. Включать эту байду. Офигеть, она заработала. Да, там мощно. Шараш, что надо. Так, пойдем Артему помогать. Давайте, меня тут атакуют. Come on! За тобой такой парень гонится с палкой, типа, стой, ну, собака. Стой, собака! С лопатой конь, да? Менты позорные всю жизнь покосали. Подходите помогать. Да о, Джек не подошел, Джек подлетел помогать. А ты бы Тёму вылечил, и Тёма сам бы вылечил. Короче, лечитесь. А поп-коп кого-то стреляет. Офигел. Наверху там что происходит, да? Там вот шкваркает от сатаны. Все, пойдем. Все, пойдем. А что тут делать? А мне до сих пор пишут, что я что-то должен сделать. Ну ты нажал вот эту вот круг. А, во, я жму. Ее ж надо отремонтировать. А за меня это... Да, вернуться к сержанту. Опа! А, широчка пошла. Шикарно. Пошло. Я вырос на этой ширке, ё... Здесь это должен быть арест. Да нет, зачем мне это говорить? Вместо маминого молока у меня была ширка. Поэтому я такой, какой есть, да? Шикарно. Пацанчурки. Ну, наверх. А да, Ким Блэк Сильвер идет за тобой. За мной? Да. Где? Нет, мы его не видим, но рано или поздно. А, он придет. Но он есть. Он в этом мире, он был рожден. Я один ничего не вижу, даже то есть в чате. Что ж происходит? Да и никто ничего не пишет. Я говорю, что у меня просто показали, что я мог этому чуваку написать, видимо, он мне что-то писал, пока мы бегали. А откуда вы взяли этот? Рекомендейшн только что вам обоим дало его. Ну тут лежало в одном, ты, наверное, его. Да, я просто не брал. Вы до этого взяли, а понятно, я. Понятно, да, значит, взял. Так и есть. И Артур тоже его взял, я просто думал, что-то пропустил. Нет, все нормально. Мне лень бежать. А я такой, опа! Когда ты в метре остановился. Ладно. Короче, спасибо, спасибо, все дела. Я все сделал. Я только что собрался звонить эвакуацию из города, там собрался. Рабы теперь дважды будут думать, чем когда вырывать имперскую собственность снова. Типа того. Типа того. Опять улучшалка для меча. Ну я лучше рекомендацию возьму, наверное. Ну смотри. Сколько у кого их уже этих рекомендаций? 10.
У меня меньше всех должно быть. Ого, ну Тёма, ты вообще жёстко. Просто когда вы там сапоги выбирали, я себе брал просто эти рекомендации. Годятся получше. Смотрите их количество где. Ты видел, Джек? В инвентаре. Там инвентарь внизу закладка получается. Вот она. А, вот у меня 8. Маленькая зверяка. А у меня, кстати, больше нету я почему-то. Я не знаю, как её вызвать обратно. Так, изучить. Что там в письмах? И такси изучить не забудь. Может, давайте по-быстрому сгоняем назад, и там у нас квест один нужно сдать, а потом да, уже да, начнем. Да, давайте фантастическую. А проверьте почту, вам Шорука ничего не отправляла. У меня нет почты. И у меня нет. И у меня нет. Так, ну, это... А, это мне кто-то из людей отправил. Вставь в лайтсейбер. Так, что, на счет 3 летим? Да, или кто-то уже полетел? Раз. На счет 3. Раз, да, два. Куда? Да, все? Да. Раз, два, три. Я не могу лететь. Я не понял, куда мы летим. Назад, что ли? Ну да. Окей. Блин. Причем, Джек Шепард, ты передо мной. Ты не понял, и ты передо мной летишь. Ну я просто нажал туда, я думал, что... Офигенно, да? Это гораздо лучше, чем те машинки были. Не, те машинки были прикольные. А короче, я не знаю, я лететь не могу. А это так, это типа стильное. Ты не разблокировал, может? Наверное. Сделал quick travel. А, точно есть же такая. Почему? Вроде же разблокировал тогда. Нет, так, ты мог разблокировать quick travel, но ты мог не поговорить с таксистом. Так это не обязательно. Обязательно, таксист всегда открывает путь. Но когда подходите, говорите, вы изучили новый путь такси. Сейчас прикольно, мы в Spaceport отправляемся, да? Ну, самое начало. Да-да-да. Drummond Cass Spaceport. Вот робот, когда к нему подходишь, там пишут. Я победил тебя. Ну, вообще победил я. Вы офигенно пролетели. Ждем Тёму. С кем говорить-то надо? Вот с этим. Пути. Сейчас. Думает. Все еще думает. Ты мог бы, кстати, там остаться, мы по голограмме поговорили и все. Можно, кстати, да, но... Ну, все равно, пригодится. Хотелось открыть эту точку. И наша к этому точка. Тоже подойди. Так, сейчас подожди. К таксисту. Таксисту подойду, да. А, слушай, 100 рублей. Написала, что ты изучил новый курс? Слушай, да, брат. Походу. Так, теперь что мне? Сейчас спасибо, спасибо. Заклад, капитан. Про монстров в джунгли. Спасибо вам, Малуд. Вы... Короче, вы честный человек. Ой, да, что, что мне нужно? Мы начнем всех предупреждать там туда-сюда. Короче, вот посмотри на имперцев. Вот, ну, честные люди хорошие. А посмотри на ситхов, это такие говнюки. Ну, такие вот ситхи. А что вот как после выполнения квеста есть Ad плюс под вашими именами? То есть, это добавить друзья. А, вот. Понял. Какого черта мы с тобой? Мы стали еди. Вольтрон! Да. Все-таки наша дружба перетекла в нечто большее. Вольтрон, я теперь есть ты. Николай шустрила, прикинь. Вольтрон. Офигеть. А как ты... А, слияние! Ты прикинь, да, как это получилось-то? Да, прикольно. Захотели бы, никогда бы так не сделали. Совершенно синхронно, да просто. Крутяк. А я еще думаю, такой лечу, ты такой что-то. Ой, я такой смотрю, мне пишут, и типа я книг шустрил, я думаю, какого черта. Интересно было, жаль, нельзя приблизить плотно. Я вижу, что мои куски и твои да, куски. Да. Типа шкурит их, короче. Вот у людей радости, блин, на полгода. Месяц обсуждать будут. Такой момент был, ты че? Маша. Че-то Артемич, летишь там, нет? Да, уже почти. А? Набьем друг другу морду. Давай. Давай. Где я хочу это видеть. Да хочу пока позже. Мы пока начнем. Ну ты у нас. Давай отойдем подальше, чтобы прыгнуть потом просто. Окей. Okay. Come on. Ой, куда я влетел? Косой. Иди сюда. Куда бежишь, мобилка бьет меня. Блин, я не могу лечить никого из вас. Я хотел пошуметь. Я хотел поучаствовать в сражении. Кто-то орёт. Кто-то играть не умеет. Такие звуки, я не знаю, как вот там свинью лежит. Ну ладно. Это все только потому, что у тебя левел выше.
Ну ты видел, сколько ты мне здоровья оставил? Да, так я думал, я победил. Бой был равен. Ну я немножко сжульничал. Где женщины? Да, почему ко мне женщины не подходят как победителю? Где они? Я к Вентеру подойду, раз к тебе женщины не подходят. А, он продает security key. Это что это такое, security key? А это, короче, флешечка такая, на которой твой специальный пароль у тебя есть. Пароль специальный. Не, ну то есть я знаю, что это такое, но... Для платных подписчиков, короче. Ну, платные подписчики. Короче, типа там премиум какой-то у них или прочее. Ну, в общем, ты понимаешь, да? Нет. Если ну, ты заплатил ладно. Больше бабла, чем другие. Джек Шепард. Я уже это. Джуин. Минуточку вашего внимания. Неожиданно. Minder 20. Imperial Intelligence. Разведчик. Его зовут Minder 20. Minder 20. Меня очень мало. Здравствуй, Minder 20. Рад тебя видеть, ответил я. У меня очень маленькое время. The faster you talk, the better. Чем быстрее говоришь, тем лучше. Новенький в Dreamcast. Уникальная ситуация. Встретитесь с человеком. Идите, куда он скажет, и сделайте, что он просит. Это опасно, но не спрашивайте у него ничего. Скажи, что делать, я начну. Манда зовут. Манда зовут. Человека зовут Манда. Скажи, что он зовут. Больше мы с тобой не будем разговаривать. Смотрите с Мандой. Окей. Так, это шустрило. Ты этим занимайся. Я не буду. С Мандой? Стоит такой, разговаривает. Как в Эйс Вентуре, когда он разговаривал. Да. Ребят, вы чё такое? Да я к вам по крону, да, присоединю. Пойдемте, я вам покажу, где здесь торговцы есть. А куда вы? Я хотел, чтобы мы такси открыли, телепорт вон там впереди. Да, успеется. Город огромный, просто тут. А тут есть у кого поучиться? Да, здесь есть тренер, и он вон, вот сзади нас, желтенькие знаки нарисованы. Тут куча торговцев, легаси, вендоры. Здесь квестов полно там, да. Да. Вот здесь бронька. Но у нас, думаю, все лучше, да? Да, все. Ну, продать хотя бы. Продать, синтетические леггинсы, я не буду их покупать. О, вот тут вот классные вещи продаются, где я стою, на наш уровень. Мой меч всего 258 стоит. Так, что такое? Такое? На 11 левел дроид армор какой-то, господи. Где ты стоишь? Броня для дроида? Дроидов-то только у нас нет. Специалити есть, кстати, дроиды спорт. Есть. А, я уже говорил, что если из Knights of the Republic убить. О, а вот здесь можно купить закомендейшены, ребят, вот здесь. Ну, у нас на нету. Не хватает. А вот на 12 не хватает, но это юбка. Ну, мне как раз. Я уже вот куплю себе тут, наверное, штанцы меч. 46 брони. На 16 левел классный меч. Ну, тогда, наверное, подсобираем, что ли. Будем копить. Смотри-ка, реально, вот это тут. Блин, я бы два таких себе купил. 28 штук, значит, надо. Это за что? За два лайтсейбера офигенно. Тут вкуснятин много, но я пока предпочту покупать себе только что-нибудь крутое, типа там вот мотоцикла и там. Так это понимаешь, я про марки говорю. Это ж не за деньги. Я понимаю. Я уже на другие смотрю просто. Да-да-да. Пойдемте уровень повысить. Подожди. Да. Так, а где тут дорвались? Забыл, где тут уровни. А, вон вижу. А я не знаю где. А вот оно. А тебе, наверное, в другую бежать. Ну, ой, мне тут поблизости тоже, да. Это для воинов. О, для... Джайо форм какая-то. Инквизиторов. Все понятно. Так, а это что такое? А, это тренировочный, понятно. Ну, здесь ваши, короче. А моя да, в соседней да. комнате. О, форс черч. Вот куда деньги тратить. Есть. Поначалу не так много денег отнимает, но чем дальше, тем лучше. Так, взрывчатка новая. Перезарядка новая. Блин, прикольно, тут кто-то пробежал в этом в броне такой и в плаще смачно. Прикиньте, мы все вчетвером будем в плащах ходить. Против роботов офигенная штука. Будет мощно. Так, что мы еще тут можем? Так. Она похожа на твою напарницу. Такая же лысая. Еще какая-то лечилка. Ой, я потратил, наверное, денег много, да? На это все. Да, немало. Мне кажется, тут бафлокс только. Работа вот такая. Вот этот Steam Boost. Так, значит, что я хочу? Я хочу себе супер вибромеч, наверное, да?
Или не супер вибромеч. Супер вибромеч. Потому что он дает 29 к выносливости, а для меня выносливость это главный показатель. Мужик какой-то развалился, раз. Он не джедайский. Точнее, это... не световой. Ну да, не световой. Да и черт я, с ним. Я не придам световой меч. О, тут можно гильдию. Давайте сделаем свою гильдию. Можно, да, кстати. Бэтмен. Хватит, хватит. Я пока не совсем понял, какой толк от этого, что по 21 я прибавляю. Ну ладно. А групп-лидер у нас шустрила. Да ладно, я подумал, что нам это даст? Ну, по приколу, название там какие-нибудь придурки. Как назвать ее? Давайте. Придурки бегают. Нет, мы назовем ее Борис Ельцин Алайв. Пять тысяч стоит! Неожиданный выбор, да? Пять тысяч создать стоит! Пять тысяч! Пошел он! Да ну на! Щель. Пять тысяч чего? Денег. О, офигеть. Семейный бюджет рухнул, да? Вообще. Никакого мотоцикла. Никакого Борис Ельцин Alive, да? No, Борис Ельцин Alive. Он такой, I'll be back. Так, а что тут? Если сейчас мне по почте придет, то... Тогда а мне никто не пишет почту Forever Alone. Какой-то кристальчик для меча. Я хотел аукцион. О, Galactic Market Kiosk. Входит отлично. Так, я хочу... Что? Мне надо посмотреть, что мне надо. Поиск ставьте по левелам, чтобы там, допустим, у меня до 14 левела что-нибудь. И, например, армор. Хотя, думаю, и меч можно найти. Но мне нужны штанцы. Имплант. Делать нефиг. Делать нефиг. Категория. Ranged weapon. Прототайп пусть будет. Саб-категория. Факас, три косаря. Вы чё? Так, говно вообще. Так, ну-ка. О, лайтсейбер неплохой тут. Ух ты. Классно. 77,45. И по цене нормально. Я беру. Посмотри характеристики. Может быть хуже, чем твой. Так, все, я себе обновил. Обновил гардероб. Нет, я брать ничего не буду. Ну-ка, может, мне хоть по броне повезет. А то какой-то мусор. Блин, ну этот меч лучше, чем мой. Кстати, броню можно глянуть. О, так я теперь вообще стал такой, понял? Как будто в сете брони одинаковой. Прикольно. Ну Арман. Ладно, мне все равно. Сейчас нужно уровень набрать, а потом уже покупать. Так, кстати говоря, по основному квесту нам нужно в центральный Громанд Каас. По этим квестам. Ух ты, фиолетовый поезд тут есть. В контину пойдем? Да, бухать. Конечно. Все, решили. О, а на голову, интересно, есть что-нибудь? А вот я посмотрел, мне ничего не нашло почему-то, я не знаю. У вас просто будет одежда, которая будет. Я себе фиолетовый пояс купил за 2000. На голову, по-моему. Зачем тебе фиолетовый пояс за 2000? Ну, то есть фиолетовый по классу предмета. То есть характеристики не посмотрел. Шляпы начинаются с 20-х уровней. Вот оно что. Да вы шутники, я смотрю, ребят. Главное фиолетовый. Остальное все фигня. Да он выглядит. Идем, Артемыч, в контине. Они там шмотовщики. Че, нажрёмся, короче. Да, пойдем. Бухать. Га... Говно. Пойдем к манде. Поговорим. Кстати, тут еще где-то квестик может. Слева стоит Венг в Рисгун какой-то. Да, кстати. Ну, блин, там у нас квест. Давай дождемся людей. С одной стороны манда, с другой квест. Что же делать-то? Страшно жить. Семь гребаных убийц. И убийца ушел свободно. Хорошие люди, жители империи, были порубаны. Я сам видел этого убийцу. Но у меня нет доказательств. Я требую правосудия. Давайте его убьем. От меня? От меня? Да ты шутишь. What am I supposed to do about it? Че я-то должен сделать насчет? Well, I'm not fit to confront such an individual, but someone has to. Кто-то же должен. Несколько дней назад я заметил баунти охотника за головами, который преследовал людей и направлял на них странное устройство. Он стоит за этим брутальным убийством, я знаю. Тогда я его накажу. Sounds like a stretch.
Звучит как утка. Нет, я не могу ошибаться. Я уверен. Я сегодня за ним ходил. Его зовут Ренген. Прикиньте, да, этот мужик каким-нибудь крадется. Он такой жирный, охотник за головой. Идет только с гамбургером. Короче, у нас есть охотник за головами. Его зовут Ренген. И он должен умереть. Он находится в анклаве Мандалор. Мандалорианов. И против него нужно собрать доказательства. Ух ты, посмотри, как ломится. Офигеть. Это кто такой лорд тут какой-то? Какой у него уровень? Ой, зеленый. Уже, наверное, дофига. Вы посмотрите на а город. А это компаньон, это ж не он. А вот лорд, да. 35-й левел, офигеть. Волшебник. Сид, кто он там? Волшебник. Давайте его заборим. Да. Давайте такси сразу таксишку включим. Таксишку возьмите, да, у меня-то есть уже просто. А, точно. Ну, а пойдем. А тут нормальные такси, да? Не мотоциклы эти. И мотоциклы тоже. Так, а где открывать тут? Как ее разблокируют? Просто поговорить с ним. С ним, да. А, ну то есть отдельного механизма я нет. Я жду вас у входа, если что. Так, а нам куда? Нам сюда. Нам внутрь. Нам же нужно сначала к Манде. Ну да. Он важен. Или она. А потом уже в центр города. Пойдем. А вторая профессия не будет, да? Вот только выбрал одну и все. Дальше будет еще. Или не будет больше? Дополнительно. Нет, там потом в смысле. Ну, дополнительный смысл. Вот там терминал, ребята, кстати. Охотник за сокровищами там и прочие фильмы. А. Ну так это. Крафтинг. Ну, это как не профессия, да. Это как крафтинг получается. Я нажал говорить с ним. Я жду вас. Это было так смешно, что же Шепард аж заржал. Ладно, я через голос звонок. А, я решил все-таки ходить. Ну и кто же Манда? Манда. Лорд печали послал меня. Я еще внимательно. Я могу это сейчас все свяжу. То, что у меня такое имя, не позволяет мне смеяться надо мной. Да, этот чип офицеру в банке. И все будет норм. Типа. Он тебе даст маленькую штучку, и все будет ништяк. Маленькая а теперь вали отсюда. Штучка. Потихонечку. А что это за дипломаси Mission Trainer, как вы думаете? Это крафт, ну, это нас дипломати могут обучить. У нас может быть две вот эти вот дополнительных профессии. Кстати, можете на них поклацать и cancel нажимать, и опыт да, будут просто давать. Очки опыта дадут. Но я, может, возьму ее. Или Артуру лучше ее взять, я даже не знаю. Мы ситы. Какая? Какая дипломатия? Я вот. А вот тут смысл дипломаси. Повыще взять. Я все-таки пойду и возьму. Вот я пойду и возьму. Так, я возьму. Тут много других, может, еще поинтереснее найдешь. Можете, по-моему, больше, чем одно брать, нет? Два. Да, по-моему. Вот у меня, типа, сейф вскрывать. Underworld Trading. Ты взял? Я взял, да. Окей. Я дипломатом буду. Но это то же самое, все можно взять на наши основные. Так, ребятушки. Да, можно. Investigation, расследование. Вы вышли уже, да? А вот мы. И тут стоим. Офигенно. Какая большая, да. Ае. Давайте устроим вечеринку. Уйдите, блин, с танцпола, У тебя проблемы? Нет, с тобой нет, ты опасный. Слава богу. Мне Ориджин написал, что я не подключен к интернету. Прикольно тебе. Бывает. Тебя вышел, что ли? Что за профессия? Ну да, меня свернуло, у меня сейчас окно загрузки почему-то. А, ну ладно. Давай. Можно три таких скилла выучить, а не два. Ой, появился. Я выучу, ну, я выучу Investigation, не знаю, что это такое, но это мне пригодится. Это расследование. Расследование. Будешь у нас с чеком будешь. А как это качать? А не там, знаю. Короче, я вот когда брал, например, охотника за сокровищами, я мог своих напарников отправлять на миссии, там, на 10 минут. Блин, а как вылезти? Они ходили... А вы на меня посмотрите. О, есть. Так, ладно, пойдем, мы дурачимся. У кого-то из вас фиолетовый квест, у Сатан Рулиза остался сзади. Да. В смысле, какой квест? Социальные где очки. Социальные очки, да. А, все, это надо взять, короче, я понял. А как вы увидели? У нас. Все, а я карту открыл фиолетовый, значит. У меня этого нет. Погоди-ка, самую дешевую хрень ее купить. И теперь я могу сделать вот так. А, и вот здесь еще комнату нужно открыть. Так, имперский социальный значок.
Значок демонстрирует, что ты выучил основы командной работы. Офигенно. Зачем он мне нужен? За 50 кредитов. Возьму? Секите сюда. Ща-ща-ща. Good hunting. Нифига, где? У тебя шляпа. Где ты ее взял? Купил у пацана. 200 копеек всего. Вот у этого, да? Да. Так. Да, ну да. Мне нравится. 32 брони дает. Да, формула хайер. Можно этот простую шмотку купить. Мы банда шляпошников теперь. Так, Джек Шепард, ты чего, будешь выделяться, что ли, из коллектива? От души давай. Берите гантон на голову все. На рога не налезет. Тёма, а где эта херня? Хватает. А там можно, кстати, еще и бронь какую-то купить. Да, там... Ну да, это обычная одежда. Зажимаешь Ctrl, когда там, ну, можно померить на себя, и там есть юбка даже. Elegant pants. What are we gonna do now? Шифтом, да, обмерить? Да, shift левой кнопкой. А ну-ка. Good hunting. Так. Получается, нет? I've got the best hardware and the best prices. Ну, вот вы вновь shift зажимаете левой кнопкой. А, нет, shift и... Контр. Ой. Контр, я какой-то shift. А, вот. Вот это я дурачок просто. А, юбка белая есть, но она мне недоступна. Female, а, это непонятно. Ну, короче, это просто гражданская одежда. Ладно, пошли, шляпы есть и норм. Команда шляп. Вот здесь вот не забудьте активировать слева. Да, я уже активировал. Ну, это типа, чтобы телепортироваться. Я вот не активировал. На всякий случай еще раз. Да. Да, нормально. И знатные, конечно. Ну, так лучше, чем ничего. Да еще и такие дешевые. Дромонткас сейчас весь оборет. Так, нам я теперь думаю, надо вон туда. Нам нужно аж туда, в Galactic Trade Center, откуда где мы были. Опа. Опа. Не знаю, за Джеком Шепардом бегу. Все правильно. Можно ты, я сниму этот дебилизм, если не буду носить. Аналогично. Сам одел такой бегать. Я буду носить до конца. Еще слышишь, и меня заставил 300 кредитов. Я тупо выкинул. А ее можно одеть и сделать так, чтобы этот... Да-да-да, чтобы для вас было. Броню давать будет, как бы, зря ты выкинул. Я сейчас так и сделаю. Да мне пофиг, не буду это носить. Представляю, сюжетный диалог, да. Мы всех потерям нашли, такие 4 мужика стоят сейчас. Да, окей. Мы вам поможем! Мы спасем вашу колонию. Эх, это что вообще за нежить? У меня есть тебя игровой чип. Здравствуйте, меня зовут нежить. У тебя дурацкая шляпа, а у тебя глаза красные. Если какой-то дроид сказал, где найти, долгую жизнь императору. Там посылку надо взять. Короче, в каких-то шпионских играх участвую. Да, ну прикольно ведь. Стой там, иди сюда, возьми то, принеси. Вот смотри, говорит, дура. Эмпрат. Так, ну это нам опять надо назад пилить. Мы таких полили вообще просто. Ну да. О, вон крутой. Придет. О, как я обожаю беготню по городу, это так весело. Да ладно. Пошли на флешпоинт. Флешпоинт. Сначала надо освоить смайлик. Нам вообще в центр города надо, а мы еще в предместьях тут тусуем до сих пор. Кстати, если сравнивать одежду, которая была в самом начале, которая сейчас, такая, да... чувствуется мастер. У чувака он вообще какой-то рюкзак на спине. Или это ранец какой-то реактивный. Можно его убить? А он, наверное, этот Bounty Hunter просто. Heartless. Ну да. Скорее всего. Maybe. О, тут круто. Тёма, там нет выхода. Подожди, вы туда побежали? Да. Точно? Это что за монументы такие непонятные? Я походу один решил. МКРУ. Посмотрите на левую стену. Русский робот, что ли? Все смотрят на левую стену. Да, да, видим. Вот это я жесткий. Паркур, да? Да. Паркур. У меня для вас посылка. Для меня? Прекрасно. А у меня кое-что для вас есть. Боюсь. Чтобы отблагодарить вас. Он даже делает пару раз себя с этой шапкой. Империя на себя. Empire Forever. Хайль Гидра. О, да, о, вот это очень нужная тема. Мне еще парочку и
все будет огонь. Так. Так. Огонь, Денчик. Куда квесты показывают? Это мы типа должны на такси отправиться в центр куда-то. Да, в центр, все. Точнее, там не центр, там три каких-то направления. Сколько мы уже бегаем? Я не знаю. Нормально бегаем. 34 минуты еще так. Может у вас летать и там смотреть, что. Угу. Че как? Зелайца еба. Гребаная бегать. Как Белоснежка. Этот зимая за матом корыто снаружи припарковал. Полицейский смотри. Погодите, а тут квест дальше какой-то. Вон рентген, который тот охотник за головами, помните? Да. Прощайте. И улетел. Помните, говорит. Так, нам надо. Слева один квест, по центру два. Куда? Там, где один. Давайте налево. Ну, один квест. Спортхантинг? Налево? Да. Спортхантинг. А, ну да, этот как раз этот. Рениган. Города, конечно, не прикольно сделали. Жаль, что ты понимаешь, что, блин, 90% контента здесь не настоящего. Ты не можешь побегать. Ну почему же? Ты можешь спрыгнуть его оттуда. Как сделал только что Максим, да? Я попытался. Вы так, нашли его, да? Трону. Да. Подождите, а ты где он вообще? Я вообще на такси надо было ехать. На такси и на левый этот. Я понял, сейчас сделаем. Просто я хочу как бы тоже ему морду-то набить. Он вообще какой-то стрёмный. С рогами. Стрёмный, это ты в этой шапке. Я шикарен. Ты классный, человек, никого не слушай. Вообще ничего не понимает. В Милане это писк. Милана нет, ну ладно. О, так тут да, тут все-таки машина фантастика. Вольтрона можно сделать. Что случилось? Я что-то нашел. Цитаделя проводит. Что ты делаешь? Мы тебя стоим, ждем. Я уже рядом. А я в шляпе. О, я вижу, я приехал. Артуру стыдно, наверное, рядом со мной стоять, пока в шляпе. Поэтому он в форме голограммы и стоит. В принципе, нечему удивляться, учитывая, что... Я вас нарку... О, смотри, какой. Я, говорит, должен шаттл поймать. Не отойдешь с дороги? No. Я твой этот палач. Boy, ты был плохим мальчиком, блин, этих невинных жителей. No, hold on. Погоди. Я никогда не кроме. Это ж Диабл! Great. Это Джейперс Криперс. I didn't murder anybody. I was just hired to tag some random citizens, that's all. Брехня. How can I be sure you're telling the truth? Как я могу быть уверен, что ты говоришь правду? Да у тебя шляпа, как у дурачка. А у тебя рога, урод. Группа ситхов просил его организовать игры для них. Said Sith have a birthright to hunt lowlives. It's like a sport to them. Для них это как спорт. Они, короче, приказывали ему устраивать игры. Ну, думаю, Артур победит, да? So, what now? Ну и что теперь? I'm not taking the blame for something I didn't do. I'm in over my head. Too many people are watching me. Я не хочу говорить за то, что я не делал, отвечать. I need help, and I'm willing to pay for it. Я за помощь заинтересован. Я за это заплачу, заинтересован. Нет. No. Don't drag me into your mess. Clean it up yourself. Твоя шапка. You know how the Empire looks at us. We've got to stick together. Ты знаешь, как Империя на нас смотрит. Мы должны держаться вместе. Не, ну конечно, да, можно. Да, Пеггинг Айл будет. Угу. Скажи, что сделать. Я вижу только две. Два решения проблемы. Нет, два этих. Пути того, что произошло. Я ни то не могу выбрать почему-то. А потому что ты голограмма. Я убью твоего мальчика. Ну, мы просто любим убивать, да? Конечно. Ждем Артура. А он не может. Anyway. Poor scum. А, вот того типа, который сдался с пончиками. Да, по-моему. Помнишь, как этот? Он, знаешь, такого похож? Джек, помнишь, там был в South Park такой мужик, который все время пот вытирает и кушает сэндвич? А, да-да-да. Который против курения-то борется. Да. Он против всего там борется. И на кораблях он там... О, это гонка, сын! А куда ты поехал? Ты куда? Ну, я как бы убивать того парня. Так, мы, по-моему, не туда маленько поехали, да? Нормально. Так,
Этот парень у маркета находится, ребят. Его, кстати, убивать не надо будет. Его надо будет там или пометить, или что-то с ним сделать. Тайна. Короче говоря. Короче. Они что там игры устраивали? Охотились на обычных людей. Это уже не важно, они все пострадают. Пока я лечу в такси, да. Макс опять отстал, походу. Ну, простите, я такой отсталый. Ну, у тебя кепочка соответствующая есть. Кепочка отличная. Чё-то я куда-то тут пришёл. А, вот. Я с тобой иду. Перестал. А я не могу с ним поговорить. А с ними надо говорить. А все, квест уже выполнен, да? Ну, на него направить, и там такая квадратик возле квеста был. Как насчет просто надрать ему его жопу? У кого-то фиолетовый значок на нем остался, уши стрелы. Сделай что-нибудь с ним. Иду. Да он сейчас подойдет. Дырп. Ну и что? Ты снял короче, шляп? Там, где квест, у вас меня. Список. Нет, она на мне. У вас есть квадратик, там на него надо нажать, на этот квадратик, и, в общем... Какой квадратик? Ну, список квестов у тебя. Да. Видишь? А, вижу, да. Лол. Я так понимаю, это всем надо сделать. Ну, не у меня нет таких квадратиков, и у меня уже все выполнено, написано. Ну, да. Тогда ништяк. Надо идти и нести. Теперь бежим обратно к такси. Или что, серию завершаем? У меня ну, сейчас давайте закончим. Довершим. Закончим, да, видите, прямо. Там, около такси. Блин, прикольный такой мотоцикл. Короче говоря, в этой серии у нас по большей части социальные такие квесты были, без боев, в основном на разговоры. Мы показали город, он клевый. Но я думаю, в следующей части будем показывать, потому что там еще три района целых. Не маленьких. И, кстати говоря, у вас как квесты называются? Sport Hunting, Imperial High Command и The Flight to Darmancus. Да. Короче, один квест у меня свой особенный, понятно. Куда ты полетел? Сдавать. Мы у такси заканчиваем. Сдадим уже там. Господи, прибежать, поговорить и все. Мне просто кажется, что он не закончится на этом. А, ну тогда... Не-не, должен закончиться. Оп-коп, почему 12 уровень? Ну, я скоро буду 13-м. Отличный ответ. Следующий вопрос. Это блиц-опрос. Ты типа его заметил его? Теперь надо подождать, пока Сит его накроет. Тебя типа пофиг, убьют его вообще или нет? Я не выбираю. Он был никем. Но победил Артём, да? Конечно. Ну? Сейчас опять голос Чикатило. Он точно где-то... Он точно виноват. Был либо он, либо я. Лучше, по-моему, заткнуться было. Держи бабушки, бабулес. Все денежки, которые у меня есть, спасибо за помощь, окей? Вот и все, да. Ну, давайте. На сколько это... он там дал-то? Да он нищ, что ли, 120 кредитов. Да он мне трусы дал новые, так что я... А я взял значок. И я значок взял. Я о, они такие возьму, нафиг, тигрового трусы, раскраса. Тигровые труселя. Красивые. Так, ну что, давайте... Короче, да, давайте на этом прекращать эту серию. Мне этот город нравится меньше, чем Крусант, который был, когда я играл за джедая. Там вообще было эпичнее, там просто огромный был. Но тем не менее, сама по себе планета более красивая, более мрачная такая. В следующей серии, короче говоря, я надеюсь, они наконец снимут свои... А, все сняли свои кепки, да? Да. Ну, моя на мне, если что, просто она стелси. Аналогично. А, ну понятно. Короче говоря, увидимся в следующей серии, там продолжим продвигаться дальше, вперед. Надеюсь, вам понравилось. С вами были Шустрила, Джек Шепард, Артём и я, Артур. Всего хорошего. Всем пока. Пока-пока. Всем пока.